Готовить специалистов и набирать абитуриентов в вузы следует, исходя из потребностей экономики. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко во время совещания по вопросам корректировки правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Глава государства поддержал ряд инициатив. В частности, абитуриент сможет сдавать на одно централизованное тестирование больше, чем сейчас, уже по 4 предметам, а сертификат ЦТ будет действительным в течение 2 лет. Количество резервных дней для проведения ЦТ планируется увеличить до 3. Нововведение вступит в силу с 2017 года. Сейчас готовится соответствующий указ. Вступительная кампания этого года пройдет по прежним правилам. В Беларуси готовится отпраздновать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В стране пройдут около 1000 памятных мероприятий и торжеств. Завершают свою работу дизайнеры, 100 тысяч цветов и 1000 флагов. Цветовая гамма выдержана в стиле государственного триколора. Особенностью декора этого года станет использование трехмерных конструкций в виде огромной девятки. Еще одно ноу-хау – применение светодинамических панелей. Блестящий орнамент уже появился на Октябрьской площади. Город украсит и реальные фотографии времен Великой Отечественной войны. У воспитанников столичного детского городка сегодня состоялась необычная встреча. Белорусская писательница Наталья Игнатенко провела для них авторский театр на столе. В рамках совместного проекта Белорусского союза писателей и общественной организации «Белая Русь» Наталья Игнатенко посещает детские дома, школы и гимназии, чтобы почитать малышам сказки в 3D-иллюстрациях.